давай, давай обсудим, что творится в Инстаграме, как там падает статистика, как жить дальше, когда подписчик не видит твою фотографию и не может ее оценить, как писать душевный пост, если он не прочитается, если прочитается через несколько дней, что с этим делать, как быть, скандалы, интриги, расследования, внимание, объект охраняется собакой, читаем все, что написано, автомол, автошкола, Суздальская, 78, это рубрика Антона Муштанова, это не наша, покажем все, что скрыто, не будем пользоваться его фишечкой. Наши имена так же похожи, как на... Нет, как ты что-то сказала, Настя? Наша жизнь так же похожа, как имена. Наши имена так же похожи, как имена, конечно. Наши имена... Ну, есть вариант, да? Что наши имена похожи. А как думаете, как ее зовут? Конечно, как и меня. Очень умное, интерактивное сегодня прямое включение. Прямо с дороги по улице Ленина, рядом с домом 52, именно где находится одежда из Европы на Цоколе. И также канцелярия «Скрепка», магазин «Магнит» у дома. Мы вещаем всякую дичь. Ой, у нас, кажется, приподнялось настроение, потому что мы поели углеводов. Мы поели, как там это, чучупури? Фокаччу. Фокаччу поели. Фокаччу поели мы. Ты, блин, обещал ногти показать. Ребят, вот сейчас выложу, сейчас я вот прямую включение проведу и выложу. Может быть, мы поговорим? Настя любит следовать трендам и слушать какую-то странную музыку. В последнее время, чтобы вы понимали, вот последний месяц мы ездили только с Сук Шанель. Вот, нет, вы слышите вообще? Просто последний месяц, как только я сажусь в машину, Настя включала Сук Шанель. Это Сук Кагучи. Мне написали, когда пересидели на радио. А, ребята, почему же вы все иностранцы подключаетесь? Нужна русская аудитория. Мы бы хотели поговорить. По делу. Покатались на айфтайп. Да? На айфтайпе не прокатились, кстати говоря. Не успели. На чем? Айфтайп это... которая была синяя, да? По-моему. Да. Мы на ней не прокатились. А тем временем 6 метров прямо и пробка. Ну, может, успеем. И авария прямо по центру. Ой, авария. Осторожно. Осторожно, авария. Комиссар стоял. Так, какой кастинг? Что, вы о чем? Ну, кастинг Blackstar. Blackstar написано, кастинг был. Да? Йоу, Москва на связи. Привет, Москва! Давайте устроим перекличку. Какие здесь пришли города? Мы давно так не делали. А кастинг Blackstar, интересно. Ну, типа, хочешь бургеры? Команду Blackstar? Да бургеры. Почему бургеры? В Тимати что, только бургеры делают? Я кстати, бургеры. Видела его новый клип про его юбилей 35-летний. Да. Очень крутой, очень крутой. Дочки, ну просто, вообще, блин, вообще двигает трендами. Молодец, красавчик. Вот просто. А Бузу увидела новую? Тимти молодец. Нино, привет, Нино. Какие изоляты и бук, что это такое бук, лучше купить? Изоляты, просто нужно читать состав, чтобы не было углеводов, потому что изолят подразумевает собой чистый белочек. Вот как я сегодня стрелочку хорошо накрасила. Ну, если мы тронулись. Да? Да. Нижний Новгород, Одинцова. Нам дипхаус нужен на вечеринку. Какой стиль музыки нам нужен на вечеринку? Подскажите, пожалуйста. Рок жесткий, драма. Тула, привет. Драмас такой, как он там? БЦА можешь попробовать. Я пью сейчас Випи Лап со вкусом колы. Слушай, что если ранеток включить? Нет, пожалуйста. На фитнес-пати. А, нет. Эй, ледис. Чего? Красноярск, Кишинев. Мне вообще интересно, какую музыку диджей нам будет включать. Архангельск с нами, Сургут, Тула, Казань. Мы на какой машине? Kia X-Line. Так, что еще тут? Девчонки, привет. Что-то там непонятное было, короче говоря. Нам еще ехать 10 минут. Мы с Настей... Я просто решила Настю отвезти еще раз на тест-драйв. Может, мы успеем сейчас прокатиться, зарегаться. Не факт, конечно, может, успеем только посидеть. Вот. Но очень хорошее мероприятие сделали. Молодцы, ребята. Слушай, Крымск получается. Биты у Настюхи. Ну, прямо, да? Она считает, что это очень круто.
как бы, типа, я иногда делаю вид, что мне, типа, нравится, типа, ну, чтобы она не обижалась, как бы. То есть ты считаешь, что я сейчас не слышала, что ты говоришь, да, такая? Типа, говорил, такая, сказала. Вы не пишете программу? Пишем. Включи песню «Моя сук Шанель». Вообще-то не моя, а это начинается со слов «это». Буэнос диас, мучачос, фернандос. Не говорю на испанском. Зато на французском. Скажи, вот что ты там говорил. Русуля тюдей на мультите дидана, то ли ты же мэпель на сцен. Саватра бьен. Ребят, переведите, кто знает французский. Или что она сказала? Она сама не знает, как, что она сказала. Нет, я сказала, вот, например, Жемапель, это меня зовут. Жемапель Настя. Цифры я не помню уже, на самом деле. Я учила французский, когда мне было 14 лет, и поэтому я помню Жеке Тарзан. По-моему, Жеке Тарзан — это как раз 14. Это я могу сказать, типа, мне 14 лет. Это все, что я могу сказать. Французский красивый язык. Очень красивый, мне он очень нравился. Такой романтичный. Bonjour. Comment ça va? Но французы, сами по себе француженки, они некрасивые. Они не такие, как мы представляем их в лавандовых полях. Все такие в стиле Прованс. Нет, они просто... Им уже давно на это все равно, видимо. Ну, может, есть какие-то красивые, стильные француженки, но я говорю в массе, которых я видела вот чисто француженок на улице. В последнее время что-то вижу во Франции, фоткаются, ездят блогеры и фоткаются в лавандовом поле таком прям весь. Да, это в Ницце. Красивое, фиолетовое прям. Да. Я уволю. Машина проворуливает? Нет, это просто камера такая. Я вот что думаю, надо нам запартнериться с какой-нибудь компанией авто и поехать в тур по Европе. Ты знаешь, кто так работает? А, да. Мини-купер. Так работают. Я видела, Крис Шелест ездила. Вот, вот. На тачке какой-то, друзья. И вот можно так ездить по городам, знакомиться с подписчиками, устраивать розыгрыши из каждой страны, сувениры отправлять. Вон ребята смотрят на нас, что-то ржут. Чё ржете? Подписчики, наверное, едут. Весело, конечно, бывает, весело. А французские мужики, они немножко... Я даже не знаю, я их что-то не успела рассмотреть. Привет, Лер. Вот если бы это не ты написала, я бы, конечно, давно уже заблокировала за такие слова-то. Привет, жирная, мне написали. В смысле? Я же не жирная. Где мой полный бак бензина? Мы еще не делали розыгрыш. Ты че это? Эх, забыла. Такое отдельное по делу, прям дело отдельное. Приветики. Так, геопозиция, ты мне скидывала WhatsApp? Да, я тебе WhatsApp кидала. Парковка, ты знаешь, где там находится? Ну, ярмарка? Нет, не ярмарка. Да, дальше ярмарки, церковь желтая такая стоит. Церковь, я... Рядом со стадионом желтая церковь стоит, знаешь? США очень хочу, я надеюсь, что я поеду. Если не получится до конца этого года, то я поеду в следующем. Мне очень хочется ехать туда зимой, если ехать, то куда-нибудь тогда уж на юг, там, в Калифорнию, может, но... Хотя я туда хочу съездить на все. И посмотреть Хэллоуин, и посмотреть Рождество, Новый год в Нью-Йорке. Я хочу там посмотреть все. Вот и это, да, поэтому я хрен узнаю. Да, вот он. Все хорошо. Все совсем близко. Невский собор для справки. Нам уже подсказывают. No English. Only Russian language, please. Do you speak Russian language? Как это сказать? Man. Хотела сказать что-нибудь поумнее, типа там Monsieur. Ничего не вышло. Monsieur — это по-французски было бы. Ну да. Я просто думаю, как еще по-английски говорят, ну, там, мужчина, типа, эй, уважаемый.
Уважаемый. Я тут вспомнила, я была в грузинском ресторане, в дорогом грузинском ресторане, и мы заказывали кальян, и кальянщик просто, ну, не откликался. Я хотела у него, он недалеко стоял, на метров трех от меня, и хотела подобрать табак, потому что он ушел, и даже мы не поговорили, какой табак будет в кальян забит. И я ему говорю: молодой человек, он не откликается. Я говорю: молодой человек, мужчина, он не откликается. И я просто такая включаюсь: эй, уважаемый! И он сразу такой повернулся. Повернулся и пошел нас обслуживать. Эй, уважаемый, все. Это забавно было. Ну, да, это забавно. Мне 23. Скоро дыре у меня будет. У нас тут скоро дыре. Что-то поехал. Ладно. Будем импровизировать. Куда поехала? Будем импровизировать. Нам на мост надо было, да? Да, ну эта дорога тоже ведет. Под мост тоже можно. Нам не надо на мост. Нам не надо на мост. Нам надо... Мы уже нормально, близко на этой стороне. Да блин, почему какие-то к нам зашли ахалай-махалай? Почему-то в эфир в последнее время там такие заходят, ахалай-махалай. Как жизнь молодая, как дела? Лос-Анджелес ждет. Пипец просто, вообще не смотрит, куда ты едет. Слышишь, ты! Слышь ты, он тебя прям услышал. Давай ему фуфакаем и сравняемся, и я ему... Фукачу ему сейчас покажу. Фукачу покажу. Фукачу. У нас вчера так чувак подрезал жестко, точнее не подрезал, а мы пропускали пешехода вперед. Он так зло на нас посмотрел, пока я ему фак не показала. Вот, потом вроде как бы, ну, типа, понял, да, с кем дело имеет. Уехал, а просто, потом я проснулась. Просто уехал дальше. Все, он понял. Потом я проснулась. У меня не было в ленте твоего последнего поста. Ну вот, ну как так? Ну как это? Ну почему? Почему так? Инстаграм, ну зачем ты? Может, у Инстаграма есть сердце все-таки, и он сейчас вот почувствует меня, какие я волны излучаю. Как ты его просишь? Как я его прошу, да. Молишь. Привет, привет. Замути арабский дрифт. Что? Что за арабский дрифт? Факт не стол. Конечно, не стол. Он просто потом сказал: Настюх, я на тебя подписан, ну зачем так со мной? Типа, я отписался. И как бы, ну, мы на этом вообще не закончили просто. Потеряла одного подписчика вот таким образом. Я устала уже за рулем ездить сегодня. Еще сегодня все планы, походу, не успеваю сделать. У меня еще записано. Вот на радио мы съездили, галочку надо поставить. Про фитнес-пати? Сейчас скажу. Сейчас я не сняла сторис, да. Вот сотрудников искать надо. Не расклеила историю. Вот печать собрала. Ну, это ты вечером. Вот. Можно сделать скрин мероприятия. А, ну у меня же есть внутри в Инстаграме написано. 26 августа. Милый концерт-холл. Мы с Настюхой скинулись деньгами проекта. Привлекли партнеров к мероприятию. Купили кучу розыгрышей, технику. Купили... Вот, покажи, может, кто-то не видел в твоем сторис. Ой, вот сейчас покажу. Я такое вроде еще не выкладывала. А, на фитнес-пати с медведями можно? Можно, если как бы он в клетке. Ну, нет, можно и в наморднике. Можно с медведем. И с водкой, и балалайкой. Нет, со своей нельзя. Вот. Мы, значит, сложились, привлекли партнеров. У нас куча подарков есть за конкурс. Мы даже не знаем, как это все разыграть, потому что очень много подарков, реально. Мы замутили огромный фуршет. У нас будет дегустация во вторник на контрольное утверждение. Мы поедем на кухню и будем там снимать, пробовать. Сегодня не съездили в небо, в итоге пообещали, вот и не съездили подписчикам. Ну вот такие мы знятые, что ж теперь, наша жизнь непредсказуема. Надо заправиться. Вот. И запланировали мероприятие. Уже была первая репетиция. Вот сейчас очень много заданий. Блин, покажи, как красиво в Нижнем. Мы проехали вообще такую красивую ярмарку. Вот. Проведи экскурсию. Было вот красиво. Вот там вот. Там будет, да. Сейчас фокус сделаю. Нижегородская ярмарка. Знакомьтесь. Там торговые ряды и офисные здания. Вот вход в Нижегородскую ярмарку. С правой стороны Волга. Волга и мосты. Мы сейчас едем прямо к собору Александра Невского. Правильно я говорю? Особо по соборам, конечно. Шарик.
Вот мы туда направляемся, вот к этой церкви. И мы едем зачем? Мы едем... Подожди, комментарий читаю. Где билеты купить? Билеты... Вход свободный. Не нужно билеты покупать, да, вход свободный. Пожалуйста, приходи. Какие треники, гантели, Лер? Чего тебе нравится, Range Rover? Слушай, можно будет поставить еще на фитнес-пати уголок, тоже отдельно, в любой момент можно подойти. Сколько продержать там, я не знаю, минут какую-нибудь цепь это уже и подарить. И подарить. Это уже есть. Это на сцене. А я имею в виду... Нет? Нет. А, ну то есть сертификаты его тоже можно. Спортивного этого будет. А, да, вообще. Это не... Я гениальную мысль придумала, которую уже кто-то придумал. Да, жаль, что я буду на Алтае. Да, конечно, жаль. Как к вам на мероприятие прийти? Заявку в Насте Тим кинуть с указанием почты и фамилии. Либо на сайте. Либо на сайте, да, 12.ru можно оставить заявку на запись на мероприятие. Ну, куда ехать? Прямо в собор? Да, езжай прямо сейчас. Сейчас покажу красивую церковь. Собор. Да, в последнее время нам с Настей стало нравиться Нижний Новгород после чемпионата мира по футболу, после стадиона. Посмотрим, что с ним будет через год. Ну вот здесь на парковку заезжай. До конца маршрута осталось 200 и можем куда-нибудь туда поближе встать, там вход вот там. Ухо-тачка какая-то крутая. Какая? Мятная. Вон. Сейчас задом сдает. А, я не знаю, это кто-то приехал. А вот это тоже, наверное, кто-то приехал. Так, куда встать-то лучше? А, вот тест-драйв, да, я вижу. VIP это нисколько не стоит. Это отдельно приглашенные просто партнеры мероприятия. Ой, слышно, как Porsche орёт. Так, ладно, мы пошли посмотрим, можно ли протестить что-нибудь. Будьте на связи.